Все-таки чем крупнее художник, тем шире его горизонты, тем интереснее его творческие поиски. Нам очень приятно поздравить известнейшего советского композитора Раймонда Паулса с назначением председателем комитета по культуре Совета министров Латвийской ССР. Вы знаете, говорить о своей программе сегодня это рано, потому что я ознакомился уже только с 1/10 частью той работы, которую мне надо делать. Ну, программа в основном, в принципе, мне ясна. Это помочь и всю свою работу концентрировать на развитии нашей латышской культуры. Это самое важное. Ну, это понятно. А какие-то детали хотя бы, первые шаги? Ну, если я начну все называть, это будет очень долго. Это сначала пересмотр, скажем, работы вообще концертной деятельности в республике, нашей филармонии, работа наших театров, работа с музеями, работа с типографиями и так далее, и так далее. Появление беспартийного члена правительства – это явно веяние нового времени и следствие перестройки. Ваш взгляд на перестройку коротко, и что бы вы ей пожелали? Ну, по-моему, это и ответ на ваш вопрос, это мое назначение, что раньше даже об этом никто думать не мог. Но сейчас, по-моему, в этом уже где-то мы перестроились. Хотя сам процесс это очень сложный, он сложный особенно в прибалтийских республиках сейчас. И мы должны быть очень такие трезво мыслящими и сосредоточиться и думать о своих действиях, потому что ситуация непростая. И здесь как раз мы, именно работники культуры, должны держаться, так сказать, на высоте.